церемония. Смотри, сначала срезается пробочка аккуратненько. Так по кругу. Срезается пробочка? Ну, она снимается, да, сейчас. Ручная техника. Вот сняли, видишь, аккуратненько. Ага. Теперь достаем прибор наш. Это вот такой вот резачок. Да. Я это открывашка? Конечно. Отложил. На батарейках открывашка. Когда нужно много открыть бутылок, чтобы сильно не мучиться. Оп, и все. Да, чудо, конечно, это вообще чудо техники. Давай, нахуй, а это куда сувать? А это смотри, как когда выпили, это... Воздух откачивать, чтобы он не скисло вино. Да. Я догнал. Налил вина, закрыл пробочкой. Прикинь? Да, шуруба, штопор получается. И, кстати, можно сделать на этом. Шуруповерт, короче. Штопор сделал, нам будет. Шуруба штопор. Ну вот, а ты штопор искал. А это для чего? Вахтан. Это смотри, наоборот. Это называется аэратор.